друзья, суббота, едем на оффроуд. Крис звонил, говорит, уже тонут. Сейчас посмотрим, что там происходит. Я на зеленой мечте. Такой Киев в дымке. Для этой машины где-то у нее, даже когда я ее купил 20 лет назад, а кстати в мае 21 год как она у меня, больше я не помню, 100-110 она больше не разгонялась, но Range Rover обгоняем по крайней мере. Ну Lexus не можем. Говорил, где-то они здесь какое-то болото уже осваивают, не знаю, пока не вижу. А он уже так. Что-то тут разровняли. Попробую увидеть, будут сносить людей или даже уже он часть снесли, непонятно. Надо было туда влево уходить, наверное. Попробую их увидеть. Здесь видно место, вот следы. Сейчас поедем по следам. Чуть-чуть я не успел. Следы есть, это хорошо, сейчас догоним. Зеленая мечта очень быстрая. Да, тут мы когда-то бетономешалочку спасали зимой. Это сколько, года 2-3 назад. Крис говорит, они уже вверху. Притулок для тварин написано. Не знал. Только тут собак-барабак. Нормальная банда уже. И BMW даже едет на оффроуд. Машет мне рукой. Кто это? Ни хрена себе. Как начинал, как подрезал. Да, махнул не глядя на хаммер, наверное. Это Андрюха. Такая банда нормальная подъехала. Банда нормальная. Знаменитая зеленая мечта. Иди, в кого тебя обогнал? Кого? Видел, видел. А это он на хаммер поменялся? Да. А что ты бежал за ним? Блин, аж машина, аж вентилятор включился, зверь, блин. Я тут не застряну? Блин, застрял! Вы же видели, как взлетает зеленая мечта? Ну что, на новой почте работаешь? Да, да. У меня стереосистема даже есть. И паштет, и все есть, короче. Такое начало веселое. Это нормальный спуск колес.
Слышишь, это ты нож взял, вдруг кто-то приболел сразу, чтобы не это, да? Чтобы не мучались люди. Это чтобы быстро колеса пускать. Тань? А, это чтобы очень быстро. А, и тут еще человек с таким же. Ну, да. Нормально вы спускаете. Интересное начало. А что, перекачаны, да? Угу. Так, машин подъехало в порядке. А что вы там не подходите ближе? Подходите ко мне. Андрюха, я тебе рекомендую продать ее прямо здесь. Они уже там сидели. Заднюю скорость. Вы, стой, стой, на задней скорости едешь. О, а это кто? А это кто? Обладатель доджа. Ну он точно инфицирован. Саня, отойди. Ты видел, он на тебя идет. Больше, чем жили такие. А ты все вокруг, ты больше, чем жили, да? Да. Ты понял? Блин, 19-й радиус тут, знаешь, какие колеса? Почитай размер, ты удивишься реально. Да, вот такие, да. Да, да. Это жесть. Слышишь? А сейчас нормальное видео, если за ним Крис будет бежать, нормальное видео получится. Все уже, новый владелец. Кто еще будет дебилом каким-то, который будет каждые 20 километров проситься на волю? Для этого выпустите меня, выпустите. Для этого ехать не надо, чтобы чувствовать себя дебилом. Блин, Саня, я близко подошел. А какой пробег? Узенький, узенький. Смотри, Андрюха, стопиваем. Блин, ну модная машина. Что, Макс? Ты остаешься или что? На полшишки. Что это? Ну, не знаю, продаешь или? Да. Я когда ехал на ней, то у меня аж встало, если честно. Это я поддал перед этим ехал. Так а на сколько километров пробега осталось? Андрюха. На 300. 80. Да что ты рассказываешь, 300, у нее 200 с завода. Крису... А ты еще генератор, Руслан, смотри. Крису, видел? У тебя значок светится ночью? Да. Покажи, не такой... как куда бензин. Чтобы мобники мимо же не могли пройти. А давай газ. Крис, давай газ поставим еще. О, еще один. Открыто? Нет, не открылось. А смотри, Макс. А что их две? А у кого ключ? Что это за... Опа, это сюда электричество заливать? Да, заливаешь. С канистры? Да, с канистры. Можно? Опа, а что это такое, Крис? Электричество заливаешь. А что такая дырка, как под бензин? Крис, что это такое? Крис, что такая дырка, как под бензин? О, я магнитолу возьму, я магнитолу возьму. Блин, начало не... Еще один, да. Это ты гнал. Так она вся власть. Да. Все, все, это концерная база. Вторсырья. Да. Все вторсырья. Вся машина вторсырья сделана. Да, даже торпеда. Слышишь, а тут где-то рядом, где вторсырье выбрасывают, можем съездить. А я думаю, куда деваются мои обои, которые вытянулись. Вот, Валера, обои твои. Ну что, поехали или поехали! Слышишь, так это он за мной бежал меняться хотел или что? Ты ему испортил все кадры свои, драх-тах-тах-тах, пока ехал. Андрюха, давай. Давай тебе по авто поедем. Кого найдем, того и будем жарить. Да, общее оживление. Первый электромобиль на оффроуд приехал. Коронавирусные вылазьте, блин. Коронавирусные вылазьте. Андрюха, давай какую-то ровную дорогу, чтобы могли легковые же участвовать по катухе. Ну конечно, мы же говорили, что 402 метра сегодня. Электро и дизельные машины могли, заднеприводные. Крис, а какой тут привод? Крис, задний привод? Да. Или передний? Ну нормально как раз. Мы в одном классе попадаем. Блокировка, да? Я понял. Да, все равно. Блокировка, заварка. А что ты рассказываешь, так я не бывает? Серьезно. Покажи, потек аккумулятор и прожгло куртку. А где у тебя в салоне аккумулятор лежит? Не, она просто лежала, сняла. Реально прожгло куртку. Видишь, потекло. Так он лежал здесь, человек? Не, куртка лежала. А, куртка лежала, господи. Ты ж так не пугай. Так что надо... Так а зачем такой большой здесь?
запасы. А, я понял. А, лебедка ж типа. Яна говорит, едешь как на пушинке, но это недолго, Яна. Не, если все время с горы где-то, да? Видел колесико? Да видел, я знаю. Я продавал даже когда-то. Да, да, 19 радиус, но маленькое колесо. Прочитай размер лучше, Макс. Ну там 175 или какое-то такое. Колени, да? О, сосиски, слушай. Русик. Не, я поеду на ней. Да? Ты хотела? Ты... Да, а что? А где-то оставишь потом, да? Или ты будешь... Да не, буду на ней ездить. Обкатывать. Мечта на обкатке сейчас. Машина огонь. Какой размер, Макс? 155 на 70 и на 19. R19 на 70? Да. Как на 70? А у меня это... А, 155 на 70. А летняя еще больше, 20-ка. 20 дюймовые. Летняя из других диски у меня. У них так сделали, зимняя 20-ка, ага. А летняя 19-ты, да. А летняя 20-ты. И надо дисками менять. Все, поехали. Я поехали. У меня 14 и 15 на зеленой мечте. Причем одновременно стоят. Шлифани! Да не надо беречь, машина дорогая тут. Полный привод? Не, задний. Полный привод? Крис оставляет. А Крис задний ж, да? Да. Поехали. Подожди, Крис, открой на секунду.